Глава Якутии Егор Борисов вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета России. Соответствующее решение принято президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. В Госсовет входят 9 руководителей субъектов России. Кроме Егора Борисова, в обновленном президиуме глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Они займутся решением оперативных вопросов. Состав избирается главой государства и подлежит обновлению раз в 6 месяцев. Напомним, 5 лет назад Егор Борисов также входил в президиум Госсовета.